Здравствуйте, друзья! С вами снова рубрика «Антреалити» с нашими миссорами. Опять тонна муравьев на арене, я в принципе привыкла, но все равно насколько удивительно то, что каждая колония имеет свой характер, свою манеру поведения, какие-то отличительные особенности, начиная от мусора, заканчивая вот выгулом на арене. В этот раз я решила надеть на свой стандарт новую цветную накладку, но, к сожалению, у меня стандарт старого типа. А для этого нужно заменить широкие заглушки на узкие. И если с дальней проблем не возникает, то вот с передней нужно подождать, пока они от нее отойдут. Другого способа я, к сожалению, не знаю, поэтому мне остается только ждать. Возможно, у вас есть какой-то секрет по замене заглушки, как это сделать легко и без потерь. И пока я ждала, когда муравьи немного отойдут от входа, они начали очень сильно бегать. Свет их совсем не радует, и я надеюсь, что у меня получится все-таки это сделать быстро, потому что когда матка носится по ходам, это уже совсем нехорошо. У большинства, конечно, такой проблемы уже не будет, потому что им нет необходимости менять заглушку на другую. Но вдруг есть люди, которые захотят на свой старый стандарт надеть новую накладку, как я. На арене происходит просто какая-то вакханалия, я не знаю, сколько сотен тысяч их здесь. Вот такое я уже вижу впервые, хотя множество раз я включала свет для съемки, и такого не было. Вот уже вроде бы удача близко. И пока они там дерутся за расплод, у меня появился шанс. Удача. Мне повезло, они все-таки на секунду оставили свою дислокацию около заглушки. Я смогла ее поменять. Посмотрите, как они обляпали заглушку внутри. А вот и накладка. Я выбрала цвет Тесла. Чтобы надеть цветную накладку, не нужно раскручивать ферму, она просто кладется сверху. Отверстия совпадают с винтами, на которых она крепко держится. Главное хорошо прижать ее на винты во всех местах, чтобы она нигде не топорщилась и плотно лежала. Мой старый аквамарин, конечно, немного видно, но так даже симпатичнее. И вот ради чего я все это затеяла. Я очень хотела закрывать их именно вставками, а не поролоном. Потому что поролон то слетал, то еще что-то с ним приключалось, и это очень неудобно. А так моментально положил и забыл. И нам красиво, и им уютно. А тем временем на арене их меньше не становится. Уже расплод в помойке, помойка в расплоде. Все перепуталось, ничего не понятно. Я надеюсь, что они успокоятся в скором времени. Ну, на этом все. До новых встреч!